Голод, холод, болезни, смерть родных и близких. Им пришлось пережить многое. О судьбах людей, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, немало рассказано в фильмах и книгах. На Всероссийском уроке памяти в день 80-летия Победы в Сталинградской битве школьникам решили рассказать о том, как выглядит война глазами ребенка. На нашем мероприятии присутствуют школьники из школ Кировского района. И для нашей вот задача это ребятам передать те знания, которые мы уже имеем, поделиться с ними, чтобы они также знали о героях, своих сверстников того времени, чтобы гордились, чтобы помнили, чтобы не забывали. После вступительной лекции ребята посмотрели фильм «Уроки жизни» или «Похождения бравого солдата Аркадия». Главный герой фильма – ветеран Великой Отечественной войны. Он рассказал историю своей жизни, о трудностях и тяготах военного времени. У ребят, пришедших на встречу, была уникальная возможность пообщаться лично с ветеранами. Серафиме Александровне на момент начала Великой Отечественной войны было всего 6 лет. Сегодня она с дрожью в голосе вспоминает свои детские годы. Все помню. Как война началась, отец погиб, мать в 44-м от тяжелых работ. Мы трое остались, детский дом. Я просто плачу очень часто, как вспомню, просто плачешь. Ну, просто тогда не злые были, просто были какие-то спокойные. Все переносили со слезами. Детям, которых война застала врасплох, пришлось рано повзрослеть. Они пронесли через всю жизнь воспоминания об ужасах военного времени, которые им пришлось пережить. Благодаря всероссийским урокам памяти у подрастающего поколения есть уникальная возможность узнать чуть больше об истории и героях нашей страны. Александра Гусева, Игорь Казановский. События.